что, я всех торжественно приветствую на канале Ливон и Кики. Король кринжа решил меня добить. Игры. Так, где там она у нас? Итак, как я уже писала в анонсе, я прошла все побочки, которые были доступны. Вот. И почти закончила всю охоту. Единственная проблема, у меня такое ощущение, как будто у меня там залагало это самое. Залагал один моб. Это мы будем смотреть. Вова, Вова, Вовочка, такая ты писюшечка, мой маленький, ты Вовочка, мой маленький, пиздюк. Все, что ли? Такой короткий трек. Теща Треща, спасибо большое за 230, спасибо за рулетку, и вы получаете холопчика. Вот, вы становитесь холопчиком на этот стрим. Добро пожаловать. Так, все, я вроде... Вроде все сделала. Жесть, серьезно? ВЛГ пошел, его проплатили в мир кораблей, и он туда пойдет играть. Нормально, нормально. Нормально. Я начну как выйдет, а там посмотрю, полное говно или нет, поняла. Нет? Что нет, Лёшечка? Это ты? Это ты, холоп? А почему нет? Многие корабли стримят по рекламе. Нет, просто неожиданно, что у него корабли. Так. Итак. На чем мы остановились в прошлый раз? Нам нужно посетить лазарет. Подождите, а почему оно опять какое-то... Какое-то оно странно выглядит. Это с ПК кидал? А, понял, принял. Сейчас, короче, я вам покажу, что у меня по итогу с заказами. Я закрыла все, кроме двух. Один у меня еще не открыт. Он будет... Вот мы пойдем дальше по сюжетке. И он там будет на новом континенте. А одного он в пустыне, но я его так и не нашла, короче. Вот. Я сходила на то место, где он есть, и его там не было. Сейчас, секунду. Проверяла, кусь работает или нет. Так, вот, короче, у меня остался вот этот гибельный холм. Это в пустыне, который, я так поняла, там химера. Но прикол в том, что я эту химеру потом встретила на защите деревни. И я ее убила. Я ее убила до того, как пришла в пустыню. И то есть он типа пропал или чего? Вот это вот я не поняла, как бы, почему он у меня не появился. Вот, и есть второй, вот такой вот тир С, древний разрушитель. Но это надо вот, короче, на другой континент вроде ехать, насколько я знаю. А так вроде все повыполняла. Вот, короче, пока вас также не было, значит, я себе расширила дважды сумку. Вот, у меня теперь там что-то эликсиров охереть сколько.
Я себе сделала офигенный меч, новый, он у меня называется Рагнарёк. И я нашла, рецепт на новый меч. Но там что-то типа... Нужно 3 орехалка, 2 темностали и примитивный боевой рожок. Я не знаю, где это нужно как бы делать, где это находить, кого убивать. Но это, конечно, жопа. Вот. Но меч какой-то крутой. Называется «Гибель богов». Вот. Диана. Так, все, отправляемся в лазарет. Что нам там скажут? Так, мы, значит, остановились на том, что мы на корабле отплывали. Брат наш дефал другой корабль. Мы спасали девочку, а потом с девочкой мы, кажется, сделали засосяу. На прошлом стриме как раз-таки это так вышло. Мы были несказанно этому рады, что наконец-то это бревно смог. Вот, бревно, то бишь, главный герой. Джошуа. Ну и как ты тут, Джошуа? Лучше, чем раньше. Но не так хорошо, как хотелось бы. Порезы и ожоги зажили, а вот заклятия лучше не применять. Как мне обойтись без них? Мы бились не с обычным солдатом. И даже так не справились. Король мог убить меня в любой момент, однако предпочел поиграть, словно Керл с мышью. Ты недооцениваешь себя. Ты сам все видел. Единственным, кто в тот день проявил настоящую силу, был Варнава. Извини, братец. Это я сгоряча. Просто как сжиться с беспомощностью, когда все ждут, что ты станешь им опорой? Может, и принц так себя чувствует? Пипиу. Это нам сейчас принца как раз покажут, да? Ага. И вот девочка выходила. Где это я? Матете! Я гусь! Я до тебя доебусь! Тихо. Не порт прохождения игры, Дазик. Я отключу нахрен сейчас все команды, не бесите меня. Вот, прямо из колодца. Ты просто красавчик, брат. Молодец, брат. Ой, чат. Бабуля говорила, если духи заблудятся, фонари укажут им верный путь. Как она умерла, и я пустила такой. С
Зверь работает втайне. Ультима, неужели ты направлял мою руку? Нет, не ты. Это мой проступок, моя ошибка, моя вина. И только я могу ее искупить. Раны почти затянулись. Все благодаря моим припаркам. Сама делаешь? И продаю. С трудом. На хлеб хватает почти всегда. Прости, но мне тебе нечего. Я знаю, но и бросить вас я там не могла. Уже уходите? Конечно. Мне уже лучше. Благодаря тебе и твоим припаркам. Как-нибудь заглянете ко мне? Здорово, Дракилиус. Да мы это, нам надо зафиналить финалку. Тут осталось вроде как 4 часа сюжетки. Что ж, Феникс, кажется, ты подарил мне новые крылья. Я думала, он против Феникса восстанет. Жесть. Такой скажет: это ты меня направил на путь неистинный, ты во всем виноват, я тебя убью. Может, он и найдет ответ. Как я понимаю, ты скоро вернешься в Валут? Не вижу причин медлить. Я тоже. Могу назвать пару, но ты не послушаешь. Не забывай пить лекарства. Конечно, леди Тарья. Уже настроились уходить? Доброе утро, девочки. Сколько займет обратный путь на Эш? Не знаю, сколько же ушло на путь сюда. Или меньше, или твой, если твой дядя кому... Господи, подождите секунду. Я сбилась. Руслашка, надеюсь, я правильно никнейм прочитала. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Я бы эти 4 часа сюжетки месяц проходил бы. Да нет, она на самом-то деле просто как кинцо идет, и все нормально. Александра Грейт, здравствуйте. А еще нужно решить, куда причалим. Верно, мы ведь не сможем высадиться где угодно. Считай, весь Эш — вражеская территория, где нас ждут, где на нас тут же нападут. Значит, нужно место, где не станут искать. И я знаю, у кого спросить совета. У нашей ученой? Скажу, чтобы ждала. Пока вы намечаете курс, я схожу в библиотеку, расспрошу сказителя про Ультимум. А я пообщаюсь с Харом насчет припасов. Раздобыть их на Эше будет непросто. Так, у меня вопрос. А девка ему отдала свою силу полностью или частично? Ты же понимаешь, что твоему брату стоит поберечь свое тело? Конечно. Поэтому я возьму его с собой. Так, тоже недоступен. Блин, мне какие-то задания недоступны. Я не понимаю, почему. О, какое-то дали, какие-то новые эти дали. Ну-ка. Что ты мне скажешь? Я за все время только 3 игры прошел. Это Sonic, Skyrim и Fallout 4, а игр много начинал проходить. Но это надо, чтобы вот захотелось на самом-то деле. Я сама раньше играла только в сессионки, и мне было нормально. Вот, я дальше лиги типа не уходила. А потом мне что-то так надоело, и я, короче...
Я вот решила отдохнуть чисто в соло-играх. К этому, наверное, надо просто прийти. Так, трехглавый ужас. Торговцы из каравана, где пересек пустыню Вилкроа, рассказали мне о встрече с гигантским зверем. По их словам, он похож сразу и на дракона, и на льва, и на скорпиона. Вот, это химера. Подождите, а это сейчас на него только дали? А что тогда вот это? Гибельный холм. При каждом переходе через пустыню Вилкроа. Ладно, потом найду. Раньше я когда играл онлайн-игры, а теперь играю обычно в соло-игрушки. Ну что, он не так бомбит. Просто, Лёш, ты ещё не сгорел в лиге. Клайв, я всё ждала, когда ты придёшь. Вы же заберёте наше юное дарование с собой? Амид позже. Нужны сведения. Лишь бы у меня от этой беседы ничего не свело. Продолжаем. Как только Энтерпрайз починят, мы хотим пойти к Крипту Дракона. Но знать бы место, где можно причалить. Причем такое, где мой корабль не разнесут в щепки. Если бы все так просто было, Валут бы уже давно захватили. Про Эш известно очень мало. Почти все сведения либо разрознены, либо устарели. А спасибо за то королю Варнаве. Стоило ему взойти на трон, как он тут же закрыл границы Валуда. Тихое место на моей карте нам точно не найти. Так скажи, какое можно? Все равно знаешь больше нашего. Лишь бы без щепок. Ладно, скажу, лишь бы вы отстали побыстрее. Здорово, Фейвор, привет, Джокер. Только попробуйте перебить, понятно? Варнарву Тармра зовут последним королем. Поймешь его, постигнешь основы королевства Валут. Он был совсем ребенком, когда прибыл сюда из-за южных морей. Да и дикие племена Эша объединил, едва возмужав. Когда они смели грозное королевство Вильдермарк, на его останках Варнава воздвиг себе трон. Эта победа потрясла всю Валистию. Слухи о мощи Одина поползли среди придворных, купцов и всякой черни. Заметь, это был 843 год. Спустя 40 лет король все еще остается у власти, неподвластный времени. Бездействие Валуда заставило многих думать, что Один потерял вкус к войне, но смотри-ка. Эйнхерий в самом центре схватки, так что намерения очевидны. Орки бродят у клыка дракона, а Акаши по Канверу. Мы пока не знаем, может ли этот раздрай быть на руку Варнаве. Тем не менее, если приказ атаковать действительно отдал король, ясно одно. Валут совершил невозможное, приручив и зверолюдов, и обращенных эфиром. Так пространно я описала простой факт. Добравшись до Эша, ты попадешь в царство неизвестности. Большую часть континента уже поглотил мор, а уцелевшие порты тщательно охраняют. Природа тех мест тоже не станет щадить тебя. Прибрежные течения могут выбросить корабль обратно, а море же разбить о скалы. Но Энтерпрайз оснащен хорошо, да и Мид доводилось подходить к тем землям. Остается найти того, кто хорошо знаком с берегом теней и подскажет смельчакам, куда можно причалить. Видишь, Клайв, ты и сам давно знал ответ. Мита, мы сможем подплыть к тому берегу?
Кто ж забрал вас с него? Будет непросто с тем-то течением. Но чем труднее дело, тем выше что-то выше. Спасибо, леди Вивиан. Если бы вместо общеизвестных фактов и пары сплетен были настоящие сведения, что бы я получила? Еще больше вопросов? Мид, попроси всех собраться в общем зале. Я пока схожу за Джошуа. Есть, капитан! Так. Тут вроде пока что... Подожди, а вот это вот... Так. О, открылись побочки, но я... Блин. Надо бы их бы сейчас сделать, но мне так впадло. Я уже хочу пойти по основному сюжету. Я ночью заколебалась проходить эти побочки. Они тут так много разговаривают. Тут столько воды. Боже мой. Пришлось в итоге я отключила запись для Ютуба. И просто скипала. Я просто скипала разговоры, потому что они меня заколебали. Клайв, ты только послушай. Скажите им. Помнишь, как мы обсуждали вопрос божественности Ультима? После той беседы я стал разбираться дальше. И то, что нашлось, согласуется с открытиями его светлости. Мои поиски сведений и происхождения Ультима начались с фрески у врат Феникса. Я осознавал ее важность, но все никак не мог понять заключенный в ней смысл. Теперь же мне известно, где найти более полный вариант, тот, что раскроет все тайны. Клайв, приходилось ли тебе во время странствий слышать о круге Малии? Как и многим, вряд ли. Раньше эта религия процветала, ведь была древнейшей на близнецах. Постепенно интерес к ней на сторону только угас. Но часть догматов сохранилась в современных культах. Постой, Насторме угасал? Она Эше. В угоду новой религии символы старой часто сносят или изменяют. Если смены культов не было, древние храмы могли сохраниться. Теперь понимаешь, почему я должен пойти в Валут? Из прошлого можно почерпнуть столько знаний. Хотя в нашем случае без идей Мосса ничего бы не вышло. Надо же, у тебя была копия летописи моего наставника. Я рад, что она попала в хорошие руки. Только в них и останется. Джошуа, если вы закончили, пойдем в общий зал. Хочу поговорить со всеми перед отправкой. Хорошо. Бесконечное лето. Ой, я все к ней никак не дошла. Че он руками дергает? Прошу прощения. Вы знаете, куда и зачем мы идем, так что опустим скучные подробности и поговорим о важном. Если мы подберемся к Стоунхюру с моря, а скорее всего, нас тут же заметят и обстреляют с пушек. Лучше причалить на юго-западе и отправиться к хребту, как по-другому. Хоть я и сказал «мы», велика вероятность, что Ультимум уже взял под контроль все земли Эшем. Мы будем продвигаться медленно, да и припасов может не хватить. Так что пойдем только мы с Джошуа. И лазутчик. Лучше бы опытный. Геф, есть кто на примете? Конечно же, есть. Скажи ему взять карты у леди Вивиан. На всякий случай. Скажу. Как высадите нас на берегу теней, уходите в нейтральные воды. Укройтесь где-нибудь, подняв флаг торговцев. Если почуете опасность, тут же возвращайтесь в Сторм без нас. Укрытие — это завсегда, а вот бросать команду — это плохо. Без вас мы двоих точно никуда не уйдем. Джилл, Энтерпрайз явно будет лакомым кусочком для роялистов и пиратов. Не бойся, я не отдам команду в обиду. Мы же должны вернуть вас домой. Но...
Ладно. Если вопросов нет, увидимся в доках. Ну вот, видишь, Лёха, всё-таки много проходил игр. Найди меня перед отправкой, нужно переговорить. Разумеется. Так вы же сейчас разговариваете, ты можешь сказать сейчас. Ну что за фигня, нахрен? Ладно. Окей. А мне сталкер предстоит начать. Потому что надо пройти. Но это после метро будет. Что-то не так? Нет. Что теперь, нельзя попрощаться с другом? Просто хотел сказать, что присмотрю за убежищем, пока ты там мир спасаешь. Ловлю на слове. Так. У нас открывается новая... локация, но только одна, да? Окей. Отправляемся. Просто не стоит на сталкер? Бывает. По пути вдоль скал, в столицу мы попадем не скоро. Я пойду вперед, вдруг найду, как срезать. Брат. Я все хотел спросить. Ты же забрал ее, Айка, наверное? Да. Джирумо. И она... Наттокустеру. Все поняла. О! Аната, ты что? Что, поняла? Что, ты вознамерился спасти мир в одиночку? А без ее силы просто погибнешь? Будто у нее был выбор. Ты прекрасно знал, что тебе она не откажет. А вот я откажу. Клайв, хватит отталкивать нас. Мир должны спасти мы, а не только ты. Я воспользовался даром, потому что посчитал это правильным. Ты правда веришь, что так спасешь себя? Спасешь всех нас? Да. Подождите. Надо фоточки поделать. Да будет так. Главное, помни, что ты не один. Какой-то путь нашелся. Я что-то пропустил? Привет, Гарп. Нет, в отличие от меня. Пойди пойми вас. А чё, брат подумал, что мы типа силой забрали у неё айкона, что ли, или чё? Что за бред? Наконец-то я на Эше. Мы во владениях валутцев. Теплого приема не жди.
Не знаю, Клайв. На вид тот замок уютнее некуда. Какой? А вот этот? Жесть. Вдруг и его обитатели гостеприимны. Ага. Очень гостеприимны. Насадят тебя на копье своей гостеприимности. Не забыла, что я говорил про теплый прием? Да тут пусто, словно в гробнице. Границы, походу, здесь закрылись, потому что... Ой, окзокта! Все люди превратились в этих... Больше никого и нет, да. Хотя нет, вот сюда еще хочу зайти, проверить точно. А, нет, есть вот сундук. Сундук есть. Кусок янтаря. Блин, я походу супер меч сделаю только к концу игры, что ли, и то, если сделаю. Блин. Может, не идти сегодня на презентацию, а чисто уже посмотреть этот самый... игру. Блин, нажала. Должен быть еще один сундук, только где он? Вот это вопрос. Обычно в таких локациях по два сундука. Но я пока что не вижу второго. Я, кстати, вот перекусила чуточек, и мне стало полегче. Так, подождите, а я же здесь была, нет? Ну да, я вот этих же завалила. Их трупы не пропадают, да, лежат. Ну ладно. Так, тут мы были. Так, там еще драка есть. Я вот сюда хочу зайти и посмотреть, что тут. Хожу, что ли, понять не могу. Больно вообще-то.
лови. Вроде должны были все помереть. Отлично. О, сундук нашли. Да. Такой сундук можно было не искать. Все так же, как в Канвере. А где же все роялисты? Ты оказался прав, Клайв. Нам здесь очень рады. А где люди обычные? Или здесь только орки живут? Неужели весь Эш теперь в руках Ультимы? Они явно пришли не с миром. Предупредим остальных? Нет, дядя все равно следит за побережьем и найдет способ развлечь незваных гостей. Наша цель — хребет дракона, и до нее путь не близкий. Идем дальше, Стоунхилл. Ты уже на босса идешь? Ну, вроде как да. Ну да, там-то нас точно не будут поджидать слюнявые чудовища. Вот, мы прибыли на Эш. И идем в замок. Брат, дальше идите без меня. Это крепость, ровесница врат Феникса, то есть старшим. В ней могут быть скрыты какие-то тайны Ультимы, а нам сейчас сгодятся любые сведения. Хорошо. Будь осторожен. Всегда осторожен. Почти. Так, ты в порядке? Так, ну да, почти. Я, правда, не уверен, что стоит его отпускать одного. Да, пропротат, езжай, ради бога. По древней карте Леди Вивиан не поймешь, где тут север. Если я не ошибаюсь, рядом есть деревня Эйслан. Тогда пополним там запасы и дождемся Джошуа. Меня бесит, что каждый раз, садясь на Чокубу, играет эта мелодия. Ох, запах тут, как из пасти Мальбора. Правда, умрем мы явно не от вони. Так, да драться мы не будем. Бежим дальше. Нафиг с ними драться там. Тут если какие-нибудь ресурсы собрать. Я не думаю, что они дадут что-то суперское. Все, что мне надо, падает с элитных мобов. Жесть, тут как дракон. Ля, это дракон? Или это сова? Сова, точно. Это под землей сова какая-то, походу. А вот крылья. Драку хочешь? Да не. Они тут маленькие такие, противники. Вот с вот этим, кстати, можно подраться. Подождите. Ему может что-то выпасть. Так.
понятно. Господи, вас двое? Вы чё, охерели? И дропа никакого нет, только очки опыта. Ёб твою мать, и нахрена я на них время тратила? Да отвали от меня, ты бесполезный. Дыхание Багамута. Ох, Торгон, не смотри вниз. Да я ж показывала, как она называется. Аригато, Амбросио. Тут явно жили люди, но потом с этими людьми что-то случилось, я так поняла. Как только чувак стал королем, походу. Что думаешь, Клайв? Что мы опоздали?
Зараза, они все Акаши. С этим ничего не поделаешь. Не то чтобы ничего. Икзо, гау! О, вакатна! Хотя нет, задание убить Акаш. Новый игрок, да. Эф, сейчас не до того. Что мне стали как-то скилушки быстрее выкатываться. Хотя я поменяла себе эти... Опять новые? Вы что, прикалываетесь? А, вот драконы пошли, я поняла. Понятно, понятно. Так, ждем заморозку. Ёб твою налево. Сейчас будут нах выходить люди. Нет, это не люди. Блин, ты сейчас 100% будешь очень жирным, да? Так, возьмем Соник защиты на всякий случай. У меня все скиллы в КД. Так перестань, пожалуйста. Я сам вижу, там хорош! Хорош!
Да бляха-муха, ты чё? Какой же ты неприятный псина. Орио! Походу надо эликсир силы выпить, потому что да, я его так буду долбить просто миллион лет. Гэв! Ты чё, этих ублюдков набежала? Вот же ж! О-о-о! Подождите, надо сделать фоточку. Что, полюбоваться пришел? Идете в Стоунхюр? Да. Славно. Мой господин ожидает в столице, однако в таком виде я не могу пустить вас туда. И как ты надеешься помешать нам? Да вот так. Блин. Почему я не могу сделать фотку нормальную? Мать моя, женщина, отец мужчина. Барьер какой-то накладывают. Ты наделал. Если сосуд желает открыть путь, ему нужно лишь попросить. Я же позабочусь о том, чтобы дар для господина выглядел подобающе. Типа они не смогут выйти оттуда? Клайв, будь добр, объясни, что сейчас произошло. Птицы сейчас будут умирать, да? Ой, да будьте вы! И как мы выберемся отсюда? Я
запросив аудиенцию. Раз король ждет от меня прошения, я окажу ему такую честь. Только не спеши репетировать речь. Мы даже не знаем, куда он направился. Давай успокоимся и все продумаем, ладно? Хорошо. Может, тут найдется что-то полезное? Да, что тут будет полезного? Это заброшенная деревня, блин. Ну, сундук. Кайф, тут никого. Тогда давай присядем, спокойно изучим карту. Куда присядем? Мартышка сидит. Я не понимаю, куда мне надо идти. Ну чё? Что оно обвело? А, мне, наверное, нужно к этому, к столбу, чтобы сохраниться. Мы не всех перебили? Видимо. О, хоть хилка, слава богу. Сейчас, подождите, тут вот есть. Угу. А нет, люди какие-то есть. Умоляю. Только. Не надо. Моси. Милая. Отто. Спокойно. Мы не Акаши, видишь? Кстати, симпатичная какая. Кто? Она даже не знает, кто, как они зовутся. Спасибо, добрые путники. Геф, давай ты в нее влюбишься и заберешь с собой. Она симпотная. Эдам, вопрос не к месту, но... Что здесь случилось? Сперва небо сменило цвет. Старейшины сказали, грядет Архе. Люди погружались в безумие один за другим, эфир пожирал их разум, и вот осталась только я. К тому времени у меня уже не было сил бежать, и тут пришли рыцари. Я не знала, что делать. А это Архе. Оно что такое? Архе но сора тенуа. Просто сказка, которой нас пугали, когда мы дурно себя вели. В ней говорилось, что небеса потемнеют, а затем земля испустит последний вздох. Конец света.
Ты сказала, что все обезумели, но куда они делись? Ушли. Всех вдруг потянуло на восток. К башне мечта. И старейшины, лекаря, и кузнеца. Моего мужа. Она беременная. Твою мать. Думаешь, он все устроил? Конечно, кто же еще? Ты же был в Канвере, видел, что он творит с людьми. Но что тогда Эдда? Почему она не обратилась? Наверное, дело в ребенке. Он мог защитить от эфира. Других объяснений у меня нет. Хочешь сказать, там будущий носитель? Неважно, кто там, ведь скоро магия ультимы укрепится. Время на исходе. Ну, типа, ребенок, который обладает магией, поэтому он пожирает эфир. В себя вбирает, типа. Та башня. Король должен быть в ней. Так я и знал. Все как во вратах Феникса. А значит, в конце лестницы нас ждет. Вот она, полная фреска. Фреска сохранилась. Здесь Ультима. Его сосуд Ифрит. Гаруда, Раму, Шива, Титан, Богомут, Один. Даже заблудший Левиафан. Но... где Феникс? Ифрит и есть Феникс? Жесть, у меня геймпад пульсирует. Так вот, чего ты добиваешься. Да, Ультима? Вот так мы поступим, да? Греф, это не просьба. Оставайся с Эдой. Но я должен пойти один. Не вернусь, найди Джошуа и доберись до Энтерпрайза. Понял? Да. Только посмей мне погибнуть. Твоей роже имя Сид подходит лучше, чем моей. Не волнуйся. Мне еще рано отказываться от него. Не, это в игре пульсировало, и в такт пульса в игре пульсировал геймпад.
Ну, типа эффект присутствия, там вот это все такое. Так, доберитесь до башни мечта. Куда надо идти? Сюда? Нет, сюда надо. Значит, мы сейчас идем и поворачиваем направо. Если Акашами управляет Варнава, то они последуют за ним куда угодно. Но и я тоже. Я так понимаю, Джошуа, короче, помрет. Джошуа помрет. А что за Левиафан, он сказал? Левиафана среди нас не было вроде, да? Левиафан, это кто вообще? Так, а что я хотела вообще апнуть себе? Так, вот, я хотела вот это апнуть, 2500 надо, ага. Есть, следующая на 4500. Окей, так, а если мы сделаем вот так? Нет, все равно нельзя. Так, это говно, понял. Левиафан — это, наверное, когда поглощены все силы предыдущих или босс того чела на коне, который нас запер. А, нет, то Один. Левиафана просто не было, мы его не встречали. Это кто-то, видимо, еще появится. Слушайте, а это не получается ли так, что наоборот, у всех должны были остаться их айконы, и они должны были сражаться с этим чуваком все вместе? А он поодиночке их всех разбил и забрал их силы. Получается, мы сыграли на арку ультиме. Так, а сюда пока что еще не пускают, да? Окей. Блин, музыка великолепная, конечно. Да, ребят, не хочу с вами драться, давайте их потом. Да куда ты? Не надо с ними драться, просто беги вперед. Нет времени объяснять. О, а вот с тобой можно подраться. А, да, я просрала ульту, классно. Дальше.
спрошу кого. Говорю, что в субботу делаешь? Ой, это что такое? Какая-то штучка-дрючка. Ладно, потрогаем. Пара адамантовых перчаток. Ну-ка. Уменьшает время восстановления способности пламя возрождения, увеличивает урон. Давайте вот это заменим. Что за адамантовые перчатки? Увеличит максимальный запас здоровья на 500. Давай поменяем на всякий случай. Мы пришли, малыш. Да я думала, может пойти погулять. Ну как погулять? Получается, где-то посидеть. Но до субботы еще дожить надо. Так, у нас тут открылось. Это мы, получается, идем к этому чуваку, да? Угу. Получается, у нас есть три точки. Мы идем вот сюда, в мечту. Блин, я заварила себе чайник, но не заварила чай. Капец. Ну да, если что, отпишу. Я пришел по твою душу, Варнава. Блин, если убьют песика, я буду рыдать. Я буду рыдать, как сучка, если его убьют. Пускай умирает там Джошуа, его там эта девка Джилл, вообще похер на всех. Песика жалко будет. Торгал, будь рядом. Ты так на барсика похож. Пёсь ебарсик получается. Блин, как бы так сесть поудобней. Последний король. Яхари. Это башня. Живая. С нами пошел? Пошел. Проклятые павшие. Даже постройки у них живут своей жизнью. Подходите.
Так, всех победила. Вроде да. Яйцам я справилась. Геморный пипец. Да, надо там какие-то паучки. Панику, новости плохие, чего? Не знаю, а что там за новости? Давайте глянем. Та-та-там. Угу. 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 А, ну ты-то про свое говоришь, а Фромке что-то про новости. А что, что по новостям-то? Что там плохого? Я заспамила случайно чат. Это же великолепно. Не стесняйся, можешь заспамливать с собой весь чат. Я буду очень довольна. Ты сделаешь мне приятно. Долетался? Кто долетался? Какой-то самолет упал. Частный самолет. 10 человек.
Якобы там был Евгений Пригожин. Блять, это 100% опять очередной высер, лишь бы о Пригожине поговорили. Заебал этот Пригожин уже. А вдруг Эля устала? Нет, рыбонька моя, я от тебя никогда не устану. Блин, у меня болит горло. Надо чай, наверное, скорее всего, да? Сейчас зарядочку чуть-чуть сделаем. Зарядка сидя. А еще я не могу понять, почему. У меня вроде включен свет. Я, конечно, понимаю, что у меня тут красная сзади синяя, а я вся в розовом. Но почему у меня такое розовое лицо? Это как-то странно. Надо бухнуть? Не. Алкашка зло. Не люблю алкашку, к сожалению. К сожалению, у меня алкашка не вызывает того. Ух ты, ёб твою мать, опять ты. Как ты меня заколебал. Алкашка у меня не вызывает тех эмоций, которые вызывают у людей. Блин, мне нужна вторая штука, которая сбивает щит. Короче, я, наверное, вместо... А я не могу сейчас, да, в бою поменять? Подождите, дайте я попробую. Скорее всего, я не могу. Так, снаряжение и айконы могу? Могу поменять. Давайте на городу Нет, не могу. Вот, сука. Надо чай, а не пойду дальше играть. Давайте чаечку, пожалуйста. Потому что, ну, что-то как-то... Мы поздно пришли в финал, по-моему. У меня скиллов нету. Пиши адрес, сделаю тебе вкусного чая и принесу только в одном фартуке. Подожди, но ты же сказал, ты по мальчикам. Нет, конечно, есть еще вариант, что ты можешь быть би. Объяснитесь, молодой человек, я вас не понимаю. Ты сегодня все-таки хочешь кончить? Ну, конечно. Пора уже. Кончи ты уже за фрумки переживаешь. Прям на стриме, я стесняюсь. А, ты и так можешь. Это хорошо, что? Какой ты многофункциональный. Поднимаемся? Или опуск? Поднимаемся. Куда-то мы едем. Мы вперед, кстати, или наверх. Красота якая. Мы загла. Что я хотела сказать, загла? Закроем глаза, не стесняйся, окей. Так, наверх, чтобы смотреть на всех свысока. Так.
ли тут? Так, блин, а это еще не готово, да? Так, мне надо шарики. Так, один шарик. Ой, ёпты, в спину, вот козлы. Шарик второй. Все, минус шарики. Вы говнюки. Так, давайте вот так сделаем. Сразу, чтоб по массе. Хотя, блин, что-то я не могу. Я вот так вот делаю, а у меня... То ли это время замедленное, то ли... То ли КПС проседает, понять не могу. Так, идут людишки, да? Так, все, минус один, это хорошо. Так, второй шарик. Нет, не шарик. Ладно, давайте так вот бахнем. Ну, это, видите, она на стриме так передается. На экране она, ну, у меня нормально. Хотя все равно, ну, азиаты, они такие игры делают. У них слишком много вот этих всяких деталей. А нынешние компьютеры не всегда справляются с этой всей фигней. Не, у меня-то все нормально на экране, у меня прям супер. Вот. Хотя я что-то читала, что Соньки какие-то перегревались в Final Fantasy. Да, это даже, скорее всего, не OBS, а сам Twitch. У Twitch'а же очень старый плеер, и он не поддерживает, когда битрейт у тебя там выше 8000 или 6000, что-то такое. Типа у них рекомендованные настройки 6000 битрейта. Соответственно, у них даже 2К нету, у них только у каких-то определенных стримеров было, но даже эти стримеры не стримят в таком разрешении, потому что все равно, ну, типа, Twitch класс. Ирихон, привет! Как делишки? Как детишки? Как баблишки? Бабли-бабло по всей земле. Бабли-бабло, бабла-бабло-бло. Почему у тебя плохо, делишки, Ирикоша? Бери Vampire Survival, оно в квадратах у всех, и пофиг какой комп. На стриме именно? Или ты про что? Я такая ёзовенькая! Ой! Коньки откидываешь? Ни хрена себе. Вот это как это? Зачем? Не откидывай коньки. Ой, не надо, пожалуйста, чувак. Ну, сохни. Жесть, он свою эту мохнатку растопырил. Нам да. Ойцо. Коремаде то а нанька га чигау. Ну так ты расскажи, чего там у тебя такое? Ты что, заразу какую-то, что ли, нашли? Или ты просто нажрался, и тебе плохо? Да и прыгнула же! Yeah!
Я понять не могу, как нужно вот это, вот этот скип заряжать полностью, чтобы оно доходило до красной отметки. Блин, может надо скилл покачать, почитать. Что это было? Так, создайте небольшую стену из льда. Любой задетый враг будет отброшен. И удерживайте кнопку, чтобы усилить эффект. Но... способности оптимизированы. Ой, зачем? Ой, ёб твою мать. Ой, ёб твою мать. Оно мне все не то сделало. Ай, а я же сбросила, да, эти скиллы. Вот ты, блин, а. Пум-пум-бамбони. Так, нет, короче, раз я сбросила, тогда возвращаем обратно Шиву. Угу. Надеюсь, таких больше не встречу. Самочувствие говно, заболел. Ну ты там держись, пирожочек, не раскисай. Как детища. Опять вы? Да что же с вами сделаешь-то? Хочу подождать, пока скилл откатится. Блин, да разницы нет, насколько он его заряжает, господи Иисусе. Дико зверина. С работы перехожу на зооблогерство и волонтерство. Жесть, тяжела жизня с лисами. Мне как-то лошадка рассказывала про свою лисоньку. Говорит, капец, больная, вечно скачет. Набираю новые лица от зверей. Новые? Зачем тебе новые? Теперь котов набираешь? Жесть. Так, ну тут мы, походу, опять поднимаемся, да? Господи Иисусе. Что-то они переборщили с поднятием по этой самой... по башне. Все, мы проиграли. Ни хрена себе. И что, ты согласился? Какой-то бафой. Нет.
Так, господи, я не успеваю скриншоты делать. Ладно. А это типа босс? Класс. Окей. Ого, меня шандарахнуло. Найс, он переехал меня. Что это ты достал? Пушку какую-то. Тебе не стыдно вообще такое показывать? Ай, видимо, не стыдно, пёс сухой. Ай. Двигайся, Элька, двигайся. Хорош, ошеломлен. А чем его бить? Его нечем бить. Ладно, делаем вот так. Тык-т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 ык
Надеюсь, справилась? Справилась. Девочки оказались неручными. Задабривай их, как и любую девочку. Да, в смысле, еще один? О, господи. А потом еще будет босс, да, когда я потрачу все зелья. Блин, это же Атлас, против которого я дралась. Был, короче, этот чувак, я знаю его скиллы нормально. Только этот послабее. Хорош!
зоопарк, а не личный, как бы... В личном... Или это контактный зоопарк был? Я, правда, столько банок потратила, пипял просто. Она сейчас ждет драка с Одиным. Я вообще не понимаю, что сейчас будет. Так, я опыт... уровень апнула? Нет, еще не апнула. Окей. Как хорошо лагает. Да. Есть такое. Ну ничего, мы потом в записях посмотрите. В записях не должно лагать. Ну, если захотите. Что, дождь пошел? Или это слезы? Это дождь или это слезы? Не, у ОБС нормально. Это, возможно, Twitch. У меня все ок. Шалун, привет, привет, привет. Осталось чуть-чуть. Так, давай вот это соберем. Что это? Сильное зелье и зелье. О, хорошечно, спасибо. Можно еще пару-тройку сильных зелий? Походу нельзя. Губозакаточную машинку только можно, да? Или щепотку магического пепла, который мне нахрен не всрался. Да, но... О, сильное зелье дали. Нормально, ныло. Я чувствую, что здесь. Каким местом ты это чувствуешь? Можно узнать? Писиком? Писик как радиолокатор такой. Он не ясновидящий, он же почувствующий. Прям так смешно. Я сегодня просто не очень эмоциональная, я приболела, поэтому я странная сегодня. А, вот теперь что-то стало, это что-то битрейт, походу, шалит. Но это чуть-чуть, буквально там на полсекундочки было. Зачем? Чтобы клинок сохранял остроту, нужно поить его кровью. Мясник! Какое тебе дело до этих жалких существ? Они лишь пешки. Слабые от рождения, все время жаждут силы, которая им не положена. Неизбежно губят сами себя. Сбиваются от стада, как овцы, и с радостью затаптывают тех, кому достался драгоценный дар. Лишь бы ощутить удовлетворение от своего жалкого существования.
Предрассудки и преследования, разобщенность и вражда — все худшее на Земле рождается из человеческой злобы. А сама злоба — из боли и страданий, которые причиняет свобода воли. Она разлагает тебя с того момента, как ты появился на свет. Ты ошибаешься. Не разлагает, а делает тем, кто я есть. Делая выбор, будь то верно или нет, я могу двигаться дальше. И буду двигаться. Не как марионетка, а как человек. А кто же ты? Было время, когда и я думал, что других вариантов нет. Что? Давным-давно Бог даровал людям магию и с ее помощью построил великие цивилизации. Но со временем все забыли, зачем этот дар нужен на самом деле, и променяли всеобщее процветание на алчность. Творцу человечества предпочло меч и пламя, и по собственной глупости навлекло на себя мор. Однако все еще остались и те, кто отказался отворачиваться от небес. Они обратились к Богу с молитвой: «Верни нас на путь истинный». И Творец дал им свой ответ. Лишь достойным откроются врата к благодати. И тогда я распахнул объятия для эфира и позволил его волнам облечь свою душу. Отдал всего себя Богу. Я доказал, что достоин. И тогда Бог молвил: «Если твое племя хочет спастись, оно должно служить мне. Просто пойми, до благодати всего один шаг. Осталось лишь сделать его. Оставить все проступки в прошлом. Ведь в новый мир попадут лишь чистые сердцем и помыслами. Я спасу нас. Но ход дела зависит от тебя, Миф. Ты — ключ ко всему. И этот скромный дар послужит очередным доказательством моей веры. Выходит, ты отказался от своего народа и самого себя только чтобы служить? И правда считаешь это жизнью? То, к чему ты стремишься, никакое не спасение. Что угодно, но не оно. Жив тот, кто может делать выбор. А без него мы все равно, что мертвые. Прекрасно. Тогда... Блин, я не успел. Ну ладно, давай тебя так сфоткаем. Продемонстрируй нам силу своей воли. Беспокойся не о силе моей воли, а о слабости своей. Так, ну шо, поехали пиздюляться.
Если ты думаешь, что твоя воля сильнее, то докажи. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Бог даровал тебе свою силу, но сражаешься ты как человек. Да, блядь, не отвлекайте чат, пожалуйста. А я ему вообще ничего не сношу, да? Я поняла. Прикольно. Блядь, перестань меня бить, козёл! А я в лестницу уперлась! Ничего не наношу. Это нормально, что я вообще ничего не наношу ему? Бляха-муха! Алло, где ты, Мэтч? Привет, Мэтч! Где ты, Мэтч? Подожди, стой. Тайм-аут, тайм-аут, тайм-аут. Такой пиздейшн чат. Дамага нет. Нет дамага. Минус скилл, класс. Блин, он бьет два раза, Эля, запомни это уже. Бог выбрал тебя сосудом своим, а ты держишься за свои жалкие и глупые надежды. Но надежды нет. Ой, пизда мне. Мне все, мне охана, я умру. Да маг спит, он устал на предыдущих боссах. Совсем отчаялся, да? Ого, какой большой, нахрен. Ифрит? Наконец. Начнем же. Начнем же, убежал. Айс, ты делаешь? Ух ты, бабах какой. Почти. Тебе был указан путь, следуй же ему. Сбрось оковы, миф.
Иначе меня не одолеть. Посмотрим. А он какой-то призрачный стал, я по нему не попадаю. Ай, больно вообще-то, козел. Я опять не попала. Твою мать! Блин, ребят, я не знаю, видите ли вы что-то тут. Я ни хрена не вижу, если честно. Просто все нахрен в эффектах! Просто жопа бабуина какая-то вообще. Я просто вижу какие-то эффекты. Нет, 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 не бей меня, не бей, пожалуйста, не бей. Не ту кнопку нажала, твою мать! Твою мать, твою мать! Где он? Посадь. Как жить в таких условиях? С эффектами не знаю. Так, половину мы ему сняли. Но ведь я... У меня потные ладошки. Неуязвим? Ты показал свою уязвимость, когда отвернулся от нас. Когда отвернулся от правды, Варнава. Мы сильнее, чем думает твой бог. Жесть, как он большой по сравнению с Коевым. Нет, 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 нет! Пёсечка, ну блин, вы серьёзно? Нет, пёсочка жив, всё нормально, нормально. Жив и целый, Арлы, Райдер, успокойся, всё нормально. Чтоб тебя... Чисто потрогаю голову своим мечом. Да, на героя вообще типа насрать. Вообще финалка, она вся, говорят, грустная. Она очень грустно заканчивается. Поэтому, если умрут все эти герои, я буду готова. Волка нельзя. Чего ты ждешь? Смертным не дано познать истинной силы. Но ты ее познаешь. Еле замахнулся своим большим мечом. Я и так все знаю. Надо что-то жать? Жать, 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 жать. Идеальный бой. Хорош. Мы
Мои шаловливые пальчики могут и не такое. Видите, я разрубила меч Одина своим пальчиком. Вот так могу. Как ты смеешь? Моего его же мечом? Извините, я пока хвасталась своим пальчиком, пропустила. Моего его же мечом? Значит, ты обратил свою слабость в оружие? Прошу прощения. Ты не настолько глуп, как я думал. Тебе конец! Чего? Нет. Только не говори мне, что устал, Миф. Мютус. Твое упрямое сопротивление распалило мое давно спящее сердце. Уже много веков я не чувствовал такого возбуждения. То есть возбудился чувак от другого чувака? Я думал, что простые радости смертных навсегда потеряли для меня смысл. Но теперь хочу чувствовать сладкий вкус этого яда как можно дольше. Покажи, на что ты способен, Миф, чтобы я насладился тобой. Опять, да? Я же уворачиваюсь! Второй удар, или запомни, у него второй удар. Второй! Отлично! Спасибо, что запомнила! Первый! Нет, это не тот удар. Слишком долго противники меня разочаровывали. Хватит. Ой-ой-ой, его разорвало. Блядь, чёрт, его порвало. Жесть, он так возбудился, что его аж порвало. Верная паства моя. Спасение близко. По голове дали. Само твое существование есть замысел моего владыки. Ай-яй-яй. Нет, я не покорюсь твоему богу. Блин, это, конечно, знаете, коем на что смахивает. Но я не скажу, что, потому что на Твиче не разрешат. Ай-яй-яй. Короче, нас склоняют на темную сторону, если вы понимаете, о чем я. Хотят, чтобы мы поклонялись их богу. Сучки. Сначала возбудился от меня, потом, значит, меня это самое к своему богу хочет привести. Ай, он меня проткнул. А, получилось. А, сосать и слезать. Чем тебя бы потрогать? Хотят, чтобы в Европу переехали? Да, он хочет, чтобы мы переехали в Европу.
Ай-яй-яй, как же вовремя он ушел. Козел, тогда ты не познаешь этой мощи. Так, он вырос в размере. Мое сердце поет. Ай, меня херакнули. Прямо как в день, когда пал Эш. Ай. Многие охотились за моей короной, Миф. Но еще никому не удавалось ее отнять. Так, ну я только стрелять по нему могу. Давай же, хватит ли тебе сил? Хватит ли воли? Я... О, этот восторг! Господи, успокойся, а то сейчас кончим тут. Я твой, Миф! Остался только забрать трофей! Чат он ку-ку? Чат он ку-ку? Нет, я так по нему не дамажу, да? У него два меча, это нечестно, у меня один только. Да, в каждой ситуации размер не главное, а умение им пользоваться. Ай! Ай! Да, в смысле, он отбил мой скилл? Второй удар, Эля. Промахнулась. Ай, нет. Ой, я наткнулась, твою мать. Тебе покажу силу моего пальчика, понял? Ты получишь от моего пальчика полный восторг, как и желал. А потом... Ты скончаешься вот этой угонии, извини. Что-нибудь есть похилиться? Вот есть вот это вот, да? Вот давай вот так вот поставим тебя, а то я переживаю за хилочку. Ой-ой-ой, тут надо вот, вот так вот встаем. Ой, нет! Ну там должны какие-то 60 типа игр что-то такое показать. Блин, второй удар забыла. Он отбил? Ай-яй-яй!
нет, 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 нет. Хочу жить. Ты не сдох. Это твой последний. Да? Последний же? Да, хорош, как же я хороша. Что ж, солнце клонится к закату. И мы оба знаем правду. Я одержал победу, моя воля оказалась сильнее. Ты просто красавчик, брат. Молодец, брат. Ты просто красавчик, брат. Твоя воля? Нет. Его воля. Клайв Росфилд! Да это царапина чисто поэтому, он же не умрет от такого. У него есть конь, он умеет летать, ты в курсе? И расслабиться сейчас на всерьез. Ой, у меня битрейт начал падать, ребята, до 2000. Это плохо. Так, я апнула уровень, скорее всего. Мне дали много денег и немного очков. Ну что за фигня, а? Так, частица тьмы и магический пепел. Используя при изготовлении предметов. Окей. Мне кажется, сейчас прибежит брат и нас остановит, чтобы мы его не убивали и не поглощали. Почему-то мне так кажется. Неужто воля действительно может быть сильна? Если бы я не отказался от своей... И если бы я не отказался от своей... Ты от нее не отказывался. Лишь по своей воле ты стремился построить новый мир. Искал одобрение своего хозяина. Я... Тебе показали иллюзию, и ты сам решил поверить в нее. Но ошибся. Нет никаких других миров, кроме нашего. И он заслуживает спасения. Даже если для этого придется убить Бога. Смелые речи от того... Кто так верно служит ему? Твои попытки тщетны. Да, чуть не забыл. Я же обещал, что ты будешь выглядеть подобающе, помнишь? Мы выполним свое предназначение. Как исходные кристаллы господина выполнили свое. Ну же, Клайв Росфилд. Возьми то, что принадлежит тебе по праву. Стань единым с Богом. Нет. А раньше нельзя было это сделать, да? Нет, там сказали, что Левиафан типа скрытый какой-то.
Он говорит, даже скрытый левиафан там. Хотя хрен его знает. Посмотрим. Наконец-то. Избавление. Я спешу домой. Матушка. Расскажи мне, что ты чувствуешь? Не трусь, покажись мне. А это Ифрит. Каково это поглотить силу своего соперника, само его существо? Шаг за шагом становиться все ближе к божественному. С волей или без нее, ты всего лишь сосуд. Наш сосуд. Узри же, как твое тело трепещет в предвкушении своей судьбы. О, оно еще не стало твоим. Нет. Приди же, блудный сын. Мы будем ждать тебя на спине первого змея. Там всему будет положен и конец, и начало. Минус ГГ, Пёся будет жить? Ну, мне кажется, ГГ умрет, да. Его убьют, потому что он вместилище. Но это не точно. Посмотрим, короче, как они завернут.